Я в шоке. Я в шоке. Поезд Хабаровск-Владивосток. Песня «Я счастливая». Ой. Давай, танец или песню выбирай. Нет. Давай, Миш. Да, я никто ни друга не умею. Да ладно, говорят, ты Цоя клево поешь. Чуть корпусом не нужно. О, да. Ну, Цой, спой, Миш. Ты так танцуешь. Не, ну лот надо отдавать, что им такое. Ой-ой-ой. Приехали. Чё-чё? Только... Как я думаю, что ему нужно репертуар немножко разбавить. Что-нибудь из Виктора Цоя, да? Нет, я ему сегодня предложил что-нибудь более современное. Да. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Я думаю, что это будет интересно. Он такой же звук, такой же, тоже режет. Сказать про Михаила Морозова. Это гармонист. Он волосатый, веселый парень. И он занял мое место в автобусе сегодня. Все. Сказать про Михаила Морозова. Про Михаила Морозова? Очень творческий, немножко странный, но я уверен, хороший человек. Чудесный человек. Потрясающий. Это я таких людей еще не встречала. Мы тоже. Я тайно влюблена в него. Только мы об этом никому не скажем. Еще разок, подожди, вот сделай то же самое. Офигенно. Все, и тормоза видна, и ты виден. Еще разок то же самое. Про Михаила Морозова. Достало меня уже. Не могу. Но ты же любишь гармошку. Возможно работать уже с этой гармошкой. Не заносись, все хорошо. Теряешь, девушка, теряешь! Опа! Для нее играешь! Гениальный музыкант, очень творческая личность, чрезвычайно, я бы даже сказала. А что вы так нервничаете, говоря о Михаиле Морозове? Не могу раскрыть всех секретов о нем. Угу. Ага, а кто вот здесь может? Здесь может вступить я, мне кажется. А кто может? Зритель узнает все в нашем шоу. Приходите, дорогие друзья. Хэ-бэ.
твоей точки зрения, вот как человека профессионального, вот он как к костюму вообще относится? Ну, это не самая его главная задача. Самая главная задача – это твой его инструмент. Поэтому как бы костюмчик. Но тебе вчера его репетиция понравилась? Да. Отлично все. Костюм под моим надзором, у него, в принципе, в порядке. Пока. Ага. Михаил, расскажите, как зал принимал? Теплый, да, теплый, шумный? Теплый нет. Теплый, какие? Теплый, он теплый и такой деликатный. Ну, как то есть, он не шумит, нет, не шумит. Он нормальный. То есть, я имею в виду, он и теплый, и спокойный. Вот как бы так. Какие-то эмоции? Определенные какие-то эмоции? А, ну... Не, ну как-то есть недостатки там, ну, в моей технической деятельности, то есть там. А так очень-очень-очень понравился. В принципе, ну, надеюсь, что я не этот вариант запомню, я сыграю лучше, но ну, в целом неплохо, я думаю, я свою функцию помню. Отлично.